Приветствую вас на канале Мусалим. У нас в работе фрилендер второй. Делаем данному автомобилю мужики подкрылки. Покажем вам, как это все выглядит. Обязательно арку все промываем, чистим все под воздухом, под давлением воздуха, и наносим данный материал на всю поверхность, которую видим. Материал наносится толщиной около 3 мм. Сохнет быстро. Через 3 часа автомобиль можно спокойно эксплуатировать. Данный материал у нас служит для шумопоглощения. И как антикоррозия также защищает. Под ним не скапливается никакой влаги, песка. Защищает. Ну и, конечно же, мы еще дополнительно вам проклеиваем вот таким образом полностью подкрылок. 6 миллиметров толщина. И приступаем к сборке. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал.